Здоровенькие ребята, вы на канале Фордмаг. Ну что же, довольно необычное видео у нас сегодня под названием «Спидран по чулкам и колготкам». Что бы это ни значило, что же нам поведает этот джентльмен по поводу этого элемента одежды? Поехали! Здорово, шкилы! С вами Рамзес, и сегодня я поясню за самую важную шмотку в арсенале тянок, которая при этом окутана завесой психологических приколов и тайн. Видео будет о чулках и колготках. Мы разберемся, почему нам, пацанам, настоящим данжен-мастерам, нравятся чулки и колготки на тянках. Хорошим... Ну а почему? Не знаю. Детские воспоминания, когда мамка заставляла их надевать, потому что слишком холодно, чтобы на санках кататься. Аргументом в любом вопросе может служить статистика. Для того, чтобы подкрепить значимость моих слов, я провел научное исследование в паблике ВК. Как видите, в данном опросе участвовало гигантское количество человек, и результаты на самом деле оказались вполне ожидаемы. Более 70% чериков предпочитают, когда на тянке есть панцу, чулки или колготки, нежели полное отсутствие одежды. Даже сами тянки придерживаются такого же мнения по этому поводу. Чулки, кстати, более популярны, чем колготки. Тут-то понял. Смешно. Потому что в чулках видно самую главную эстетику, а заключается она именно вот в этом участке ляжки, особенно если вот здесь ляжка немного выпирает. А также большинство предпочитают чулки черного цвета. Белый, конечно, тоже норм, потому что белый цвет — это цвет элегантности, но все-таки тащит черный цвет. Человек... Ну, когда как. Кому-то нравятся серенькие, кому-то голубые, кому-то в полосочку, кому-то в горошек. Как говорится, не ограничивайте себя в обожании разных типов чулков. Самое главное, чтобы они были всегда по душе вашей замечательной тяночки. Вообще стремится при любых покупках вещей выбирать именно черный цвет. Черный чехол на телефон, черные носки, чтобы грязь не видно было, черные ногти у Dead Inside'ов. Вот бежевые чулки вы редко встретите на аниматянках, потому что это чисто хайповый цвет для пожилых женщин. Стоит отметить, что чулки и колготки сейчас носят только тянки. Пацаны носят только в трех случаях. Если вам 0 лет, если вы любитель яоя, или если вы древний римлянин, или древний грек. Опять бан с пынкопану. Не, ну чё, смотрите, хайповые такие колготаны, красные, блядь, еще и с такими хорошими ботиночками. Вот посмотрите, красотища же. Ну или древний глэк. Поэтому настоятельно не рекомендую вам косплеить аниме-школьницу и посещать опасные районы вашего мегаполиса. Фантазия. Поэтому самый лучший вариант, чтобы носить колготки, я не знаю, и не палиться, это сказать, что я косплею там персонажа с Assassin's Creed 2, слэш, не знаю, там, Revelations. Вообще, все же хорошо будет. Или какой-нибудь аристократы. И загадочность. Именно в этом кроется весь прикол. Данный феномен мы неоднократно обсуждали на стримах. Дело в том, что мозг пацана любит, когда есть некая загадка, чтобы потом самому дорисовать образ. Ведь мы живем в эпоху, когда увидеть в интернете голую тянку легче, чем вспомнить свое имя. И сейчас такое не сильно кого-то удивит. Но еще несколько десятков лет назад такой возможности не было. И увидеть подобные изображения вы могли только в каких-то кассетах для видика, которые могли быть найдены... Аллигатор 1 и 2. По-моему, похожая кассета была. Потому что... Проблема в том, что на квартире моего дедушки просто хреново туча была разных кассет. От Терминатора до каких-то там реклам, каких-то еще мультиков. И вот кассеты с довольно странными названиями, там типа... Человек в поле 1-2, короче, просто странные, знаете, такие вот, очень хреново переведенные. По-моему, аллигатор вроде бы был. Случайно. И поэтому наличие небольшого количества одежды на тянках для многих вызывает больший интерес, чем ее полное отсутствие. Кстати, данная теория работает также и по отношению к пацанам. Еще следует уточнить, что чулки — это относительно редкое явление, потому что в жизни тянки чаще носят колготки или штаны какие-то. Ну, не сказал бы. Частенько видел мадамах в... Хотя, ладно. Все-таки, наверное, процентное соотношение выше в колготках, чем в чулках. Хотя вот, мадама сидит, любит чулочки. Согласитесь, не часто вы увидите на улицах тянок в чулках. Ведь чулки — это довольно вызывающий элемент одежды, которую решится надеть не каждая тянка. А особенно вот такие чулки в сетку. Если вы увидели данный предмет на тянке, скорее всего, она хентайных дел мастер. Но самый редкий, и при этом, так сказать... А если это хентайное дело мастерица подходит к вам, у нее прекрасные, мощные, волосатые руки,
выпирающая великолепная грудь, от которой у вас все потеет, и ее зовут Василий. Тогда что в таком случае делать? Расскажите нам, пожалуйста. Максимально хентайный вариант – это порванные чулки или колготки. Данное явление встречается довольно редко, но мне... А, то есть, получается, я хентайная чанка, то у меня там несколько носков дырявых лежит. Пиздец, какой я извращук это оказывается. Это порванные чулки или колготки. Данное явление встречается довольно редко, но мне, как эксперту в области биологии, удалось найти такие. Сейчас я вам их покажу. Как видите, данный образец отличается от остальных наличием повреждений в виде дыр и порезов на рандомных участках поверхности. Судя по всему, тот, кому принадлежит данная вещь, явно что-то понимает в нашей теме. Данное экстравагантное явление крайне сильно влияет на подсознание мужского пола. Чулки подчеркивают эстетику ног, а также убирают недостатки на ногах, такие как синяки, неровности, венозные сеточки, варикоз, ожоги, пятна, порезы, лишаи, грибки, псориаз. Также не стоит забывать о таком явлении, как фут-фетиш. А, вот мы и дошли до довольно пикантной темы, ладно? Носочные и колготочные изделия для некоторых являются фетишем, который активно изучался лучшими философами всех веков. И здесь, с философской точки зрения, следует... Лучшими философами колготочные изделия для некоторых являются фетишем, который активно изучался лучшими философами всех веков. И здесь, с философской точки зрения, следует отметить, что ноги в чулках – это как две дороги, ведущие... к заветной цели. Здравствуйте, Серега, шо в танки наебнем сегодня? Шкила, нека и хардбас, ноли, раздуют дожда. 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 Ну что ж, ребята, вот такой вот гайд. Нихуя не понял, но очень интересно. Если серьезно, то... Фух, довольно полезное видео, которое я могу оценить только как... полезный гайд для каждого малолетнего замечательного товарища, который должен познать всю суть, которую он потом уже, может быть, постигнет воочию, либо реально поможет своей уже будущей мадаме натянуть чулочки для ее комфорта и искренней любви. Кто знает, поэтому давайте, мои дорогие, респект и лайк этому великому автору, обязательно поддержите его. Не забывайте, конечно же, здесь подписаться, поставить лайк, подписывайтесь на оба канала, ссылочки в описании. На втором канале также много шикарного контента, также заходите на Boosty с эксклюзивными реакциями на аниме и сериалы и прочее, ссылка также в описании. Лайк, комментарий и спокойной ночи, мой дружок-пирожок.